В республике продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею Фазу Алиевой. Так, в Национальном музее прошел вечер поэзии, организованный совместно с Союзом писателей. На нем народные поэты рассказали о творчестве и жизни Фазу Алиевой, учащимся вузов. А иностранные студенты прочитали стихи о мире и любви на родных языках. Напомню, в следующем году республика будет праздновать столетний юбилей народного поэта Расула Гамзатова. Она так важна для нас. Мы счастливчики, что застали ее живой, считали ее своим старшим наставником, другом. Она всегда была там, где трудно, где нужна помощь. Она не жалела себя, она растрачивала себя. У нее есть такая книга «Раздаю радугу». Вот это было не иносказательно. Она сама была как радуга, и стихи ее были как радуга.